Дракошка. Скала дракона. Не знаю, еще найду лучика. Кадров нет. Виноградный пляж. А я нахожусь на виноградном мысе, на котором есть скала дракон. Вон голубчик стоит. Здесь еще есть вот ущелье с пещерой. Да, он даже заплывает. Баунти только что оттуда. А это виноградный пляж. Тут вообще заход нету песочного. Внизу скала дракон, вниз виноградный. Я буду выбираться наверх. Звуковое сопровождение, медитация. Там люди живут дикарем. Много с палатками. Релаксирует, медитирует, конечно, растамает. Вон оттуда поднялся. Вообще не вариант купаться. Лучше не лезть напрямик, лучше ближе к пляжу спуститься и здесь свернуть. Вот и все.
отдельные номера.